Жуткое происшествие в Норильске. Родная мать избила 2-летнего мальчика до разрыва печени. По данным Следственного комитета, 20-летняя женщина нанесла травмы малышу в ходе ссоры с мужем. Она схватила ребенка за ногу, бросила на пол и пнула его в живот. В результате у мальчика диагностировали закрытую травму с разрывом печени. Сейчас ребенка прооперировали, но он находится в тяжелом состоянии. Мать мальчика арестована на 2 месяца. Свою вину она признала. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего». За подобное воспитание женщине может грозить до 10 лет тюрьмы. Со слов женщины, малыш часто плакал, этим досаждал ее мужу. Из-за этого у них возникали серьезные разногласия. После выписки из больницы будет решаться вопрос о передаче его в какое-либо воспитательное учреждение, поскольку родители не могут в дальнейшем заниматься его воспитанием.